Вот такой необычный объект сейчас находится не на территории одного из актюбинских пунктов приема металла. Это танк Т-34. Как можно увидеть, у этого танка отсутствует башня и вооружение. Каким образом сюда попал данный механизм, рассказали в военной полиции воинской части 6655. 30 июня текущего года нами получена информация о том, что в районе промзона в пункте приема металла ТО «Союз Чермет» стоит боевая техника. После чего для подтверждения данного информации нами, офицерами военной полиции воинской части 6655 Национальной гвардии, был осуществлен выезд, где по приезду данный факт подтвердился. Также было установлено, что данный танк был сдан как металл, без каких-либо соответствующих документов. Также вышеуказанный факт был зарегистрирован в книге учета информации. Пока ведется расследование по поводу происхождения и доставки сюда танка. Он будет находиться под охраной. Нами по приезду был уведомлен взаимодействующие органы, то есть это военно-следственное управление, отделение военной контрразведки КНБРК и военная полиция Актюбинского гарнизона. Откуда был привезен танк и что будет дальше с ним? Ну, это мы сейчас данную информацию не можем в рамках следствия разоглашать. Это как бы на данный момент проверяется органами военной полиции Актюбинского гарнизона происхождение места данного танка. Военной полиции также добавили, что танк на балансе и на учете в воинских частях Актюбинского гарнизона не состоит. Тамирис Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт».